А сейчас некоторые аргемоновцы, живущие в разных уголках планеты, совершенно бесплатно и, прошу заметить, совершенно добровольно поделятся с нами тем, как у них празднуется Рождество и Новый год. В Киеве проходил парад «Эко Деды Морозы». На этом параде каждого киевлянина призывают не срубить елочку, а наоборот посадить, чтобы сделать планету немножко зеленее и чище. А в другой части мира, в Денвере, США, проходит пышный рождественский парад с Санта-Клаусом, снегом, радостью и прочими атрибутами Рождества. В Лондоне новогодние парады не проводят, зато празднуется фестиваль света. Улицы Capital of Great Britain украшены новогодними фонариками, и это торжество света и символизирует Рождество и приход Нового года. В Новую Зеландию, куда уж без нее, Дед Мороз тоже долетает, но тут ему приходится туговато. Поэтому местное правительство жертвует ему дополнительные колеса для саней и мини-холодильник. Дед Мороз держится. А в поселке городского типа Березниговатое упрямый хомяк провел одиночный пикет. И у нас тоже парад.